Меня зовут Саша Полярус, я дизайнер. Несколько лет назад я основала первый в своем роде ресайкл-проект в России. Проект «Полярус» производит сумки и аксессуары из рекламных баннеров, ремней безопасности, автомобильных и велосипедных камер. Наша миссия – формирование культуры осознанного потребления. Эту тему я поднимаю на своих лекциях, путешествуя по России. Начинать было сложно. Темы экопривычек и ресайклинга практически не были развиты в нашей стране. Но силы и ресурсы потрачены не зря. Новая культура формируется здесь и сейчас. Впереди большой и сложный путь, и я люблю его от начала и до конца. Не бойтесь идти в неизвестное, не бойтесь начинать новое. Recycle your mind.